Михаила, фамилия? Антипов. А, вы автогрейдерщик? Да. Вот на вот этом агрегате работаете, да? Скажите, что сложное в чистке снега? Сложно. Машины мешают часто. А что такое с машинами? Таксисты в основном стоят под бордюрами. Не дают нам снег с под бордюра убирать. Ага. Мы-то работаем днем и ночью. А ага. Они машины ставят, не дают убирать, там снег остается. И что, как вы с ними? Ну как? Выходим, ну, выходим. Машины пинать приходится. Ругаемся с ними. Ага. Договариваетесь, да? Ну, а иначе с ними как? Машину зацепишь, виноват потом будешь. Ага. Но они некоторые понимают, некоторые ругаются с нами. Ага, ага. А так все нормально. А скажите, как вы вот ночью чистите? Ночью же. Мы отдыхаем, ага. Да. Отдыхаем и стабильно у нас, как положено. На сутки, да? Нет, нет, мы днем работаем, а тут через сутки. Мы, ага. Днем отработали, отдыхаешь, потом приходишь, меняешься, со сменщиком работаешь. Устаете? Так ну как? Привыкаете как? Да нет, я бы сказал, так не сильно выстаешь. А вот когда буран, когда завален весь город и... Со сменщиками. Мы, угу. Наши сменщики, меняемся. Угу, угу. Есть. Вот так. Условия как все? Не, у нас хорошо, да. И комнаты отдыха нормальные, и столовую кормят хорошо, и душ, все, ну, как положено. А вы сколько работаете тут? 10 лет. А до того, как эта команда пришла, как было? Было, да, но как вам сказать, не очень. Угу. Ну а так нормально все. Угу. А сколько вы получаете? Ну, хорошо, я скажу. Нравится? Да. Угу. Хорошо. Зарплата хорошая, да. Я не отрицаю, хорошая зарплата. И летом, и зимой. Угу. Хорошо на зарплате. Жить можно, да? Да, хватает. И на хлеб с маслом, и на колбасу.